Всем бугагашечки, дорогие друзья, подписчики, а также любители страшных игрушек. Я решил в последнее время прошерстить нашу предложку и отыграть там все эти небольшие игры, которые мне ребята предлагают. Помимо, конечно же, основных прохождений больших игрушек, мы будем играть в игры вроде этой, Медуза Лабиринт. Это одна из игр, которую мне предложили мои друзья, и мы сейчас в нее отыграем. Давайте. Так. Здесь вот какая-то вырезка. Из, видимо, каких-то откровений, да? Но нам это не очень интересно. Мы ждем хлеба и зрелищ. И кровавой погони, да? Так, неплохо, неплохо. Это я вообще где? Какая-то разбитая... Разбитый город? Судя по скриншотам и по некоторым объектам здесь, очень похоже на Древнюю Грецию, да? Так, Алена, Алена, привет, Алена, как дела? Так, отец сказал мне, в общем, не ходить в лес ночью, я пошла и огребла. Вот примерно так, там написано. Какая большая луна, да? Круто. Да, действительно, колонны и так далее, это все очень сильно напоминает Древнюю Грецию. Взять хотя бы греческие мифы о минотаврах и, собственно, о Медузе Горгоне. Видимо, в честь которой и назвали игру. Если верить моему бро, который предложил мне данный проект, то вроде бы здесь лабиринты и побеги от какого-то древнего монстра. Например, Минотавра. Насколько мы знаем из разных повестей... Опа, колокольчик. Привет, бро! Так вот, все, что мы знаем... Из сказок и повестей, так это то, что минотавры, по идее, ну, если верить опять же легендам и этим повестям, живут в лабиринте. Привет, дай тебя потрогать. А, я могу прыгать, кстати. Круто. Даже приседать умею. Здорово. Это поможет мне при выживании. По-любому, так, здесь не пройти. Ну, знаете, такая музыка играет на заднем плане, такая умиротворяющая, спокойная. Ведь здесь ничего плохого не может случиться с такой музыкой. Так. Напоминает, знаете, картину «Последний день Помпеи», да? То есть огонь, разрушенные города и застывшие люди. Из пепла. А, вот и Минотавр, кстати, о котором мы уже говорили, да? Так. Я, наверное, не очень круто делаю, потому что это, видимо... Поставлено в память о жертвах, да, эти кувшинчики и так далее, а я по ним бегаю, вероломно. Да, не будем осквернять память. Так, привет, бро, ты кто такой? Да, видимо, здесь так выглядит Минотавр. У него, кстати, нет одной лапы. Да? Пройти туда я не могу. Или могу? Могу. Ничего себе, давайте посмотрим. Ага, сюда не пройти. Так, что у нас здесь? Ага, проход завален. Никак. Хорошо. Вот еще есть большое здание. Я вроде бы видел, что там есть проходик. Возможно, зайдя внутрь, наши приключения и начнутся здесь. Ну давайте. Так, я не горю, кстати. Правда, я немножко обжег пятки. Опа. Так, это второе письмо. Оно нас не очень интересует, да? Мы разберемся здесь на интуитивном уровне. Давайте. Так, хорошо. Милые палаты. Как же круто! Настоящие царские покои. Подушечки. Ага. В общем, здесь очень много секретов. Да? Насколько я понимаю? Эй! Выпустите меня! А знаете что? Я что-то не пойму, а как я здесь вообще оказался? Я вроде бы зашел в какое-то... В какое-то здание. В большой такой проход черный. Так, Алена! Опять мне Алена что-то говорит. Она, видимо, выжила в походе за грибами. Ночью в лес, да? Она сбежала от Минотавра и решила написать мне записочки. Чтобы я
не повторял ее ошибок, да? Хорошо, давайте что ли вниз? Ради разнообразия прогуляемся. А вот и лабиринты. И что? Куда потопаем? Правило правой стороны не работает, потому что... Вот там проход завален. Давайте сюда. Хорошо, что у нас здесь? Они, знаете, они, по-моему, переписываются друг с другом. Какой-то Аркас и Алена. Так, пойло местное. Ну все, здесь вроде бы ничего больше нету. Хотя есть черепок. Привет, бро. Три черепка. Круто. И рядом две бутылки вина. Очень, кстати, неплохого. Выдержка, наверное, лет 1000. Хорошо. Отличная антиреклама о вреде алкоголя, да? Черепки и вино. Так, это импровизированное обучение. Вот меня научили здесь приседать. Хорошо. В записке говорится, не стой на месте, а то огребешь. А на шифт я могу бегать. Хорошо. Тихо. Знаете, если прислушаться, то на заднем плане я могу услышать свое сердцебиение. Так, используйте Q или E, чтобы малость выглядывать. Вот так, вот хитро из-за угла палить. Где опасность? Здесь. Яблоко! Твою мать! Оно, знаете, как будто не настоящее, да? Как будто пластмассовое или металлическое. Ладно. Твою мать, реально темно. Опа! Что это? Кинжал какой-то? А, нет. Это вроде бы факел, да, точно. Это... Так. Вот это уже интересно. Вот это уже интересненько. Так, надо как-то поджечь это дело. Используйте левую кнопку мышки, чтобы поджечь факел. Ну-ка. Да, это работает! Вот примерно так, наверное, себя ощущали люди в древности, которые впервые добыли огонь. Да. Чувак! Какого хрена ты уронил факел? И что? И зачем ты это сделал, чувак? А, все, я понял. На правую кнопку мышки, видимо, выбрасывать, да? Эти факела? Хорошо, что у нас здесь. Сердцебиение, кстати, стало громче. Это значит, возможно, что рядом опасность. И она ближе, чем я думаю. Алена, опять Алена, я, говорит, шла ночью по грибы, нашла пещеру, зашла, а там Минотавр. Напал на меня и чуть не изнасиловал, я убежала, спаслась здесь. И сказала, что Нептун придет и накостыляет Минотавру, защитит мою честь и достоинство. И вот мы здесь. И вот мы здесь начинаем искать Минотавра, чтобы дать ему по щам. Что? Так, значит, у меня факел может потухнуть, да? Я так понимаю? Так, начался какой-то амбиент заднеплановый. Привет, подружка. Так, а вот это вот дело можно зажигать? Ну, чтобы посветлее было там, нет? Эй, чувак, зажигай ты это дерьмо. Блин. Значит, не работает, да? Что-то я губу раскатал. Ну, темно реально в этих проходах. Так. Хорошо. По-моему, я здесь был, да? А, я тут пришел, точно. Или нет? Что-то я ни хрена не понимаю. Так, давайте сюда. А, здесь завал. Понятно. Намек понят, давайте сюда. Так. Завал. Ну да, это лабиринты, все.
Начинаются лабиринты, какие-то подземелья. Катакомбы? Кстати, вы, наверное, знаете, но я очень-очень плохо переношу лабиринты. Ненавижу игры про лабиринты. Так. Да, детка! Что это? Ну, я как бы вижу, что это оружие. Так, используйте двоечку, да? Круто, у меня есть мегалук. Да, ну-ка, проверим. Да, он работает. Вот только я факел выбрасываю. Когда использую лук, вот это вот плохо, да? Я не обучен одновременно подсвечивать себе путь и стрелять. Но знаете, это, наверное, логично. Герой вряд ли бы смог это сделать. Ну-ка, а тебя можно поджечь? Нет? Вот же есть сера. Хорошо, потопали дальше. Какая-то невнушающего вида доверия дырочка, обросшая паутиной. Ну ладно, почему бы и нет? Вау! Как темно, страшно и сыро. Опа, там что-то есть. Это дело по-любому луком. Нужно зацепить. Ну-ка, давайте. Проверяем. Нашу теорию на практике, да? Так, прицелимся. Что? Что-то меня подтормаживает малость. Хотя игра вроде бы не требовательная. Да, получилось. Иди сюда обратно. О боже, как приятно. Так, мы открыли проход. В еще большую жопу, чем мы были раньше. Тихо. Вау. Вау. Я пошел домой. Твою мать. Здорово. Давайте что ли обратно вернемся, да подожжем наш факел. Потому что его потушили, это как бы не круто. Ни разу. Во, здесь есть огонек. Ну-ка. Во, другое дело. Да будет свет. Без света здесь ловить нечего. Да? Так, потопали. Опа. Так, а наверх можно как-то попасть? Нет? Ладно, не будем рисковать. Еще упаду. Падать будет больно. Я могу даже сломать себе немножечко пятку. Так. Хорошо. Все, я понял намек. Я понял, блядь, да беги ты твоим. Опа, там кто-то прошел. Там кто-то был. Твою мать, да вы че? Вас здесь сколько? Там кто-то был. Там кто-то прошел. Зашибись. Ха-ха, эпичное начало, да? Все, игры кончились. Началась жесть. Хорошо. Завалено. Здесь вообще почему-то доски кто-то нахерачил. Значит, только сюда. И знаете, почему-то огонь здесь стал таким подозрительно зеленым. Это же не круто. И у меня, кстати, факел начинает медленно умирать. Надо бы его чем-то зажечь. Здесь? Об что-то. Так. Ну вот, вроде бы есть. Тихо. Ух, какого хрена? Сломался! Здорово, у меня же куча факелов было. Ну-ка. Да, точно, есть один. Воу-в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 оу! Что это было? Твою мать, не лагай, игра! Да, неплохо. Стоит ли пойти вот сюда? Так подозрительно, так заманчиво. Ну-ка. А, хрен там, да? Не пройти, хотя там что-то было. Или мне показалось? Какая-то маленькая точка. Оранжевая. А, блин, это от факела. Отлетают маленькие искорки. Ну ладно. Давайте сюда, что ли? Подлые минотавры. А это дело можно поджечь? Так, видимо, нет.
А вот это дело? Опа! Можно! Здорово! Давайте что ли осветим немножечко. Так, хорошо. Вот только подозрительно, что я это дело зажигаю почему-то зеленым цветом. Алена, Алена до сих пор бегает здесь, где-то в лабиринтах. Сейчас мы ее найдем. Да? И здесь подожжем. Сделаем помещение посветлее. Так. Кто-то рычит. А, и свет потух. Эй! Выходи, подлый трус! Где ты? Что-то я, знаете, я соскучился по тому, что... Что за мной кто-то бегает. Слишком долго я брожу здесь без безопасности, которая бы меня догоняла и пыталась меня отжучить. Опа. Кто-то уронил этот стаканчик. Или правильнее будет сказать кубок. Так. Тихо. Тихо. Так. Так, 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 так. Так. Хорошо. Что? Почему ты не стреляешь, чувак? А, так у меня... У меня, видимо, стрелы кончились, да? Зашибись. Ох, как круто. Без стрел-то играть. Ладно. Забираем факел обратно. И надо бы стрелок найти. Побольше. А, это был завал, да? Хорошо. Кубок, привет, бро. Мне показалось, или я слышал, что кто-то кричал. Кто-то вдалеке здесь покрикивал. Опять завал. И мы все ниже и ниже. Проникаем вглубь этих пещер. Какие же тайны меня ждут, какие приключения. Какие секреты ждут их раскрытия. Нептуном, конечно. А не кем-то еще? Так, опять факел. Да господи, дайте мне стрелы уже. Или меч. Лучше меч. А лучше гипербластер. Так, хорошо, подожгли. Так, хорошо, давайте сюда. О, здорово. Там что, кто-то есть, что ли? Эй, бро, покажись. Так. Он что, сквозь стенку, что ли? Пытается пробиться до меня. Нет. Не дам огоньку погибнуть. Давай, 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 поджигайся. Эй, почему? Он не хочет поджигаться. Зашибись. Ладно. Ищем другой источник огня. Но надо быть начеку. Надо понимать, что у меня больше пока в видимой перспективе здесь нету источника огня. То есть и поджечь факел мы не сможем. По идее, да? Если что. Так. Ага. Понятно. А вот источник огня. Зелененький. Так. Проапгрейдим наше дело. Опа. Под землей растет травка. Круто. Что? Это солнечный свет? Подозрительно, я вроде бы столько проделал. Такой путь огромный проделал под землю, да? Уровня 3-4 точно. А здесь такое ощущение, как будто буквально вот за этой стенкой уже поверхность. Подозрительно. Сайпи, хорошо. Ну да. По наличию амфор здесь. Покупкам и по прочему хламу, можно реально сказать, что мы где-то в каком-то мифе Древней Греции гуляем. В сказочке, да? Про Минотавра. Я его даже видел краем глазика. Опа, это реально катакомбы. Подземные захоронения. Так, хорошо. Ку-ку, бро. Кто-нибудь есть дома? И куда потопаем? Хорошо, так давайте сюда.
давай. Да, детка. Есть. Так, надо бы палку мою проапгрейдить. Она реально потухла уже. Все. Она уже бэушная, а мы берем поновее, да? Во, другое дело, посмотрите, как новенький, сияет. Так, тихо. Что это за звуки были? Бухло. Древний. Опа! Да, 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 две стрелки. Круто. Теперь я потенциально опасен, да? Так, зажигаем все это дерьмо, чтобы было не темно и не страшно. Ага, вот здесь тоже. Хорошо. Ну, давайте сюда. Это единственный такой яркий коридор, который меня привлекает. О! Твою мать! А, он куда-то туда пошел. Видимо, да? Зашибись. Ни хрена. Вот это звуки. Он издает? Тихо, тихо. А где он? А, вот он. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оббегаем. Жесть какая. Надеюсь, я иду правильно. Надеюсь, я иду правильно. Так. А, он, кстати, пошел туда, откуда я пришел. Понятно. Ну пусть гуляет. Плевать на него, плевать на него, плевать на него, плевать на него. Хм. Это что, тупик? Милая картина, кстати. Это кто? Кто-нибудь знает мифологию Древней Греции? Местные легенды? Сказочки? Что-то я не помню такого персонажа. А, точно, здесь же можно прыгать. Круто. Так, минутку. А это не я ли? Это же я, твою мать, это же Нептун. Ну, почти я, это мой тезка. Дело в том, что я... Да, я выбрал себе псевдоним не... Не из-за бога воды, да? Хозяин морей, гроза кораблей. Я себя... Назвал в честь планеты. Нептун? Так, видимо сюда. Так. Опа! Как мы ловко-то прыгаем, да? Здесь уже кто-то любезно развел огонек. Так, прокачаем. Тихо. Тихо. Это мои шаги? Да, это мои шаги. Показалось, что это Минотавр идет за мной по пятам. Так, прыгай, прыгай, бро. Так, хорошо. Оп! Круто! Куда топать-то? У, твою мать! А, беги, подонок! Беги! Беги, твою мать! Жесть! Он позади меня! Он позади меня! Так, 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 так! Надеюсь, не тупик, надеюсь, не тупик. Куда бежать? Ага, сюда, хорошо. Куда, 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 куда? Ага, сюда, хорошо. Божечки! Блять! Ай! Он мне дал пощечину! И сожрал! Круто! Блин! Это вроде бы даже не Минотавр, а какая-то чупакабра. Знаете, с рогами, оленями. Ладно, будем знать, что этот чебуречек здесь бегает, да? Вот он пройдет сначала направо, а потом пойдет сюда, ко мне. Значит, нам надо здесь, например, сюда. Так, неплохо. Мы сообразили? Круто. Так. Где его копыта? Так, 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 давайте сюда. Так, ну здесь ни хрена я не пройду. Или пройду? Нет, не пройду. Здорово. Здесь тоже ничегошеньки. Так. Давайте в наш домик. Все, я в домике.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Может быть, сюда? Ну да. Это я вот сюда бежал? Когда спасался бегством? От злого Минотавра! Или чебур... О, какого хрена? Так, тихо. Плохо. Мой герой паникует. И я... Блять. Здорово! Да как он меня заметил-то? Твою мать, беги, подонок! Так, а что предпринять? Что предпринять, бро? Прыгнуть? Ай, блин, получил. Ну почему ты не мог запрыгнуть? В реальной жизни, чувак, ты бы и не на такие препятствия запрыгивал, когда за тобой бежит злой Минотавр. Плевать, он пока сюда дойдет, я успею убежать. Хорошо. Неплохо, так. Вот здесь что делать-то? Куда было нужно бежать? Я вот повернул сюда. А, может быть... А, твою ж мать! Как я это не заметил? Так, хорошо, есть какой-то проходик, да? Еще один факел. Спасибо, бро. Опа, черепок. Красивенько. А, я понял сюжет. Видимо, здесь обитает этот монстр, этот Минотавр, и он собирает золотые чашки и ложки, кубки и разные черепа, да? А мы тут, знаете, нагло ворвались в его жилище. Он, естественно, думает, что мы все это будем воровать, и начинает нас ловить. Любой бы хозяин, наверное, сделал то же самое на его месте, не так ли? А мы потопали дальше, ничего не будем трогать. Понадеемся, что он нас отпустит. Да? Тихо. Так, лево или право? Ну, здесь темно, например. Но это правая сторона, а правило правой стороны не может меня обмануть. Алена, 7 из 8. О, божечки! Он выколол мне глаза, что делать? Так, тихо. Что-то сердцебиение у меня поднялось. Это как бы не круто. О, божечки! Жутко одинаковые клонированные мужики. Все, зажигаем. Кстати, здесь огонек уже не зеленый, а голубенький. Или правильно будет сказать какой-то, знаете, лазурный, да? Хорошо. А здесь что? А, ну здесь тоже огонек. И вроде бы тупик. Понятно. Привет. Ты не против, да? Я здесь немножечко посветлее сделаю, окей, бро? Хорошо? Спасибо, что ты, чувак, не стал мне мешать это сделать. Ни хрена себе. Это его хобби, да? То есть он ловит людей, потрошит их, забирает у них черепа и вклеивает вот в эту колонну. Круто. Ладно, разберемся. Так, тихо, тихо. О, сколько костей! Это, видимо, мои предшественники, да? Которым не очень повезло. Так, тихо. Опять факел. Он где-то здесь, да? Этот бро где-то здесь. Твою мать, что-то меня малость сносит налево, направо точнее. О, как будто выход, да? И такой длинный коридор, который не внушает мне никакого доверия. О! О, блин, там кто-то бежит за мной! О, божечки, беги, чувак, ноги в руки, беги к выходу! Во-во-во-во-во, давай! Еще немножечко, и давай! А! Зашибись! У меня дверь закрыли прямо перед мордой. Это как минимум не очень культурно. Ну, видимо, вот и все, да? Вся игра? Она пройдена. Фух, можно выдыхать. Вот так вот, друзья. Медуза-лабиринт. Надеюсь, вам
понравилось? Спасибо, бро, за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Кстати, игра совершенно бесплатная в Стиме, и любой желающий может в нее поиграть. Всего лишь нажать на кнопочку «Игра». Единственное, что странно, она у меня запросила целых 4 гигабайта свободного места на жестком диске. Это довольно подозрительно, потому что игра сама по себе занимает около получаса. Но 4 гига, куда их пихать? Раньше игры выходили, такие как Doom 3, например, или Half-Life 2, они весили примерно столько же, но это были игры. А здесь, странненько. Хотя игра, повторюсь, бесплатная, и поэтому ей можно простить многое. Все, друзья, всем пока, всем спасибо, жду вас в следующих видео. За неплановый звук такой, знаете, жесткий, давит на психику, ой, какой страшный. Так, куда бежать? Куда я вообще бегу? На какой-то холмик, что ли? Жесть! Не смотреть назад! Он меня преследует! Он от меня что-то хочет! А, отвали! Забирай все! Деньги забирай! Конфеты забирай! У меня в кармане есть куча конфет! Забирай все! Только меня не трогай! Божечки!